Еще на дорожную тему. Тюменцы вновь помогли задержать пьяного водителя. Звонок поступил на горячую линию в ГИБДД от жителей лесобазы. На место выехал ближайший наряд полиции и задержал 37-летнего мужчину. Алкотестер показал, что у водителя сильная степень опьянения. К тому же он уже лишен права управления за пьяную езду. Мама моя тоже ругается на меня, пацаны, ты в середине недели не пей. Никогда не нарушал, ничего не делал. Вот откуда заслужил, вот какая-то, откуда, что там приехал, не знаю. Кстати, за вчера инспекторы задержали 10 водителей, которые сели за руль пьяными повторно. Им грозит уголовная ответственность в зависимости от решения суда. Это штраф до 300 000 рублей или обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.